Ежегодный международный фестиваль искусств «Звездный» стартовал великолепным концертом, который народный артист России, пианист, президент Международного благотворительного фонда Юрий Розум посвятил памяти своего отца, народного артиста РСФСР Александра Григорьевича Розума. Он был первым исполнителем главных партий в таких операх, как «Укрощение строптивой», «Три толстяка», «Заря». Представлял певец и премьеры многих песен, ставших популярными и любимыми. В его исполнении впервые прозвучали песни о родине, песни о Москве, «Солдаты идут». Активно сотрудничал Александр Григорьевич с такими легендарными композиторами, как Новиков, Соловьев Седой, Мурадели, Туликов, Островский, Хренников, Кочетурян, Свиридов, Левашов. В Государственном телерадиофонде России хранятся более 200 записей, сделанных за долгие годы работы на радио. Это арии из опер «Бал Маскарад», «Верди», «Сивильский цирюльник», «Россини», «Фауста», «Гуно», романсы Чайковского, «Глинки», «Мусоргского», «Рахманинова», произведения Бетховена, Грига, русские народные песни. Папа очень любил петь, его даже не надо было просить. Я помню, что ему говорили: «Саша, ну спой что-нибудь». И он начинал петь, и заслушивались все. Открывались окна, и аплодисменты раздавались с улицы. Мы жили на первом этаже на Большой Грузинской улице у зоопарка. Раздавались с улицы громкие аплодисменты, все прохожие создавали целую такую слушательскую аудиторию и присутствовали на наших домашних концертах. В этом году фестиваль продлится несколько недель. Традиционно он состоит из нескольких концертов и мастер-классов, участие в которых принимают ученики школ искусств Щелковского района. Сегодня, в день открытия фестиваля, мне, конечно же, хочется выразить искренние слова благодарности, конечно, нашим жителям нашего района, которые с удовольствием приходят на все концерты фестиваля, не только взрослые, но и детские, которые присутствуют в рамках фестиваля. В рамках фестиваля мы будем проводить в очередной раз ряд мастер-классов в школе, которая носит имя Юрия Розума, народного артиста России. И, конечно же, мне хочется сказать огромные слова благодарности народному артисту России Юрию Розуму, который все эти годы вместе с вами и с нами делает этот фестиваль. И все те концерты, которые проходят, конечно же, потрясают воображение, и мы, конечно же, этому очень рады. Яркие, самобытные, неповторимые артисты. Стипендиаты фонда Юрия Розума выступали, кажется, на пределе творческих возможностей. Зрители услышали песни из репертуара Александра Розума, а также насладились личным выступлением Юрия Розума. В этот вечер он аккомпанировал солистам. Концерт просто изумительный. Я впервые была потрясена тем, что в нашем Щелковском районном доме культуры такой замечательный концерт, который достоин Кремлевского дворца съезда. Вот совершенно точно. Какая же наша страна богатая на таланты. У нас самые лучшие костюмы, у нас самые лучшие песни. Мелодии, песни такие мелодичные, душевные, нежные, тонкие, раздольные, сильные. Я желаю больших успехов нашему фестивалю, долгие лета. Следующий концерт в рамках фестиваля «Звездный» пройдет в Щелковском районном культурном комплексе 15 апреля в 18:00. Он будет посвящен памяти жертв трагедии в Кемерово. Лилия Тимиева, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».